Всем доброго времени суток. Наш новый выпуск начинается прямо сейчас. Сегодня у нас первый онлайн-гость. Это Андрей Овчинников, мировой трикинг-спортсмен. Могу вам показать его вот так. Андрей, помаши ручкой. Привет. Да. В общем, думаю, на самом деле Андрей особо в представлении не нуждается. Самое главное, что можно в нем выделить, это ум и понимание элементов. То есть я не знаю человека, который настолько детально мог бы понимать и осознавать то, что происходит в воздухе, у пацанов, которые делают свои элементы, свои связки. Наш первый вопрос, кстати, будет, что такое трикинг для тебя и что такое трикинг в целом. Вот, хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу. Ну, трикинг в целом это, думаю, как все уже знают, это смешение боевых искусств в первую очередь с различными другими видами спорта и не только спорта, типа и танцами, та же капуэра, акробатика как спорт, что-то взятое из других видов танцев. А для меня трикинг это, я думаю, в первую очередь это само движение. Типа мне просто нравится делать движение ради движения. И остальное не особо важно. То есть я не гонюсь за тем, что я вот хочу там развиться что-то куда-то. Прям топить, постоянно уровень развивать. А мне просто интересно сами движения в необычной плоскости. Оно очень интересно и ощущается достаточно классно и необычно. Готово? В принципе, очень понятно, я считаю. Так, тогда давай ко второму вопросу о судействе. То есть, очень много батлов происходит, очень много споров вокруг этого, кто выиграл, кто не выиграл. В принципе, все субъективно, но должны быть, я считаю, какие-то объективные моменты. То есть, и как вообще объективность трикинга найти, и как ты считаешь, как нужно судить трикинг? Ну, я думаю, что вообще можно ввести какую-то систему, одну общую, по типу, как это сделали в брейке. То есть они смогли же как-то найти в свободном стиле одну общую систему и вынесли это в олимпийский вид спорта. Я думаю, что здесь можно тоже что-то подобное сделать. Например, даже как во фриране вынесли в балловую систему, то есть можно расписать, ну, для соревнований прям сделать типа файлики и расписать градацию сложности элементов. И тогда это будет более понятно и атлетам, и судейству, как это можно все сделать. Ну, я имею в виду, что как это будет дальше судиться. А за стиль просто условно сколько-то очков давать, например, и все. Либо это можно сделать не балловой системой, а просто убрать балловую систему и сделать также градации элементов, что типа по сложности, и чтобы кикинг и твистинг было понимание у судей и у атлетов, где какие элементы равны. Можно это на примере простых элементов взять, и дальше просто по сложности уже будут понимать атлеты, ну, кто какого уровня, кто как понимает. И, соответственно, будет четкое понимание, как судить батлы. И я думаю, что не стоит делить судей на критерии оценки. Да, я согласен, было вообще неразумно. То есть это каждый судья, и он судит полностью весь батл. И дальше, что он уже видит, как он в этом разбирается. Где-то кто-то может ошибаться, естественно, человеческий фактор никто не отменял. Но зато будет единая система, по которой можно 4, уже... Ну, было такое, было. Но я считаю, что если есть система какая-то, все равно же трикинг, ну, строит какую-то базу, и дальше идет развитие. То есть какой-то критерий есть все равно развитие. Поэтому я думаю, что и здесь можно продолжить это, просто внести в судейство, и, соответственно, будет проще судить батлы. Чтобы не было никаких недопониманий, где там кто что за что дал и прочего. Не, я тебя услышал. В принципе, да, я считаю это разумным. К какому-то все равно решению прийти нужно, потому что
как было там на кардо, это, мне кажется, совсем, ну, не то, что нужно прям. А то реально получилось так супер как-то глупо, что вот вроде это сложность, там это стиль, это кики, и там, где нет киков, то типу вообще 0 баллов накидывают, и его может выиграть просто тип, который сделал торнадо. То есть Ну это да. вообще было супер глупо, я посмеялся от души, конечно. Было вкусно, да? Отсылка. Ладно. Принято, понято, спасибо. И давай что-нибудь на примере какого-нибудь батла, какого-нибудь видео разберем. И так хотя бы более-менее вкратце покажешь, что ты имеешь в виду. Окей. Смотри, да. Но тут есть еще момент по поводу батлов, что есть некоторые батлы, которые устраивают по времени, то есть дают там минуту или две и просто батлят два человека, либо дают по раундам. И та система имеет место быть. Но по раундам легче судить. Ну, То есть конечно. есть выход и еще выход другого человека, и ты четко, ну, разграничиваешь. А когда время, то тут уже сложнее гораздо. Ну да, там чувак может всю минуту накидывать просто. Да, причем один может несложные какие-то элементы, но много их накидывать, а второй будет по жести угорать, но при этом ему, ну, он может не вывести. По жести угорать. Ну я по жести угораю, не знаю. Ну, типа, знаешь, там залетает сквада, потом постоит полминуты, залетит еще с чего-нибудь, Ну да. и все, и в итоге время кончилось. Кому бы ты отдал вот так? Но если по времени, то, ну, зависит от второго оппонента, но я думаю, что второй оппонент, если бы не лажал, ну, если бы не падал там с руками, еще что-то, то я думаю, второй оппонент бы выиграл. А второй это какой? Какой из них какой? Ну, если два оппонента, первый делает только жесть, ну, очень сложные элементы, а второй разнообразие и какие-то, ну, связывает просто простые элементы, ну, простые и средние. Но при этом у Типа него трипл. получается несколько комбинаций. Да, можно даже без трипла, но просто он накидывает камбушечки с киками, с переходами, с твистингом, и как бы он уже выигрывает. Андрей отвечает, нужно комбить. По-любому. Да, окей, давай к видосам. Ну вот у меня есть видос, например, финал Трикинг Баттла на Лупкиксе в 2019 году. Эйден Кеннеди с Кор Корксоном. Так. Здесь был Ты мне его баттл на покажешь? время. Первый баттл, который хотел бы разобрать, это финал на Лупкиксе 2019 год. Эйден Кеннеди против Кор Корксона. Но этот баттл не по раундам, а по времени. И первым выходит Эйден Кеннеди. Очень сильный атлет. Он смешивает и твистинг, и кикинг, но очень много кикинга. Чистого достаточно. И очень сложного. И в конце трипл залетел неплохо. И в конце трипл, да. Кор Корксон не отличается чистотой, естественно. Да, это заметно. Но он жестит. Залетать в камбу с даб битвиста на переход в кикинг – это сложно. Ну да. Но… Связка три элемента Но… получилось. Да. Но при этом у Кор Корксона чисто сложность. То есть он попытался навалить очень сложную камбу. Айден Кеннеди разбавил простыми ударами, но при этом И закончил хорошо. закончил хорошо. И достаточно ударов много, и сложные были. Плюс переход был сложный. С врап фула, панч на бэксайд 12. А, бэксайд 14 даже он сделал. Попытался. Но Кор Корксон, видишь, тактически правильно поступает. Он залетает в свинги, а Айден Кеннеди не умеет делать свингов. Ну да, это разумно. Там было 9 в да, Потому по-моему. что, да, 9 корков в дабл, то есть ему больше нечем ответить. Но Айден Кеннеди продолжает просто комбить кики и немножечко твистинга. И Кор Корксон сливает, по сути, батл. Но, смотри, он делает сложный переход. C9 хайпер на врап 9. И посмотри, Кор Корксон своей жестью, он просто умер.
по времени. Ну да. То есть, если бы они батлили по раундам, Куркорсон чувствовал себя бы спокойнее, и он бы мог вывести батл. А так, он проигрывает, но при этом дают тай, потому что Корксон делал сложно. Вывел, он сделал, во-первых, достойно ответил Кеннеди на его кики твистингом, что он сделал 9 корков в даб. И плюс еще в конце он сделал сложный переход, который не делал Кеннеди. И, ну, там тоже закончил сложно. И первую комбо он сделал очень сложную. То есть даб твиста 9 хук кар трипл он сделал по приземлению лучше, чем Кеннеди с трипла. Ну да. И объединил все, получается. То есть не просто, знаешь, как он сделал сложный твистинг, но простой кикинг добавил. А он попытался все увеличить. Разово. Да. Но при этом страдает дыхалка, когда вот так вот пытаешься жестить вообще полностью все. Второй у нас. Эйден Кеннеди врывается с трипла, да, разбавляет киками, и заметь, он начинает делать вариации корков. Да, это круто, и концовочка в сплит. И в конце заканчивает сплит, да, и это обозначает. И Куркорксону нечего ответить. Ну, в сплит он, вижу, падать не умеет. Он начинает, да, и он начинает дурачество всякое. Кривляться, ну, да. Это неотъемлемая часть шоу. Ну, покривляться поэтому надо, это ты имеет, вообще обожаешь кривляться, да? Это имеет место быть в батлах. И чем отвечает Корксон? Он делает triple full на битвист. Это очень сложный переход. Но киков у него нет. Есть только full твистинг и все. Да. Да, а поскольку трикинг это боевое искусство в первую очередь, с добавлением всего остального, ну, с разных дисциплин, различных аспектов. И получается, Куркорксон из-за этого проигрывает. Потому что разнообразия мало. Ну да, в основном у него твистинг и все, а кики так чисто обозначает, то есть он их не бьет. И не то, что не бьет, он даже делает их очень низко и очень плохо. И из-за этого очень сильно проигрывает. Поэтому вот и выиграл Эйден Кеннеди. Ну, давай, думаю, еще один какой-нибудь сделаем. Так, в принципе, да. Но это такой простой батл. Нужно было бы, знаешь, где сложно понять. Здесь, в принципе, было достаточно просто сказать, где было круче, где было легче и тому подобное. Ну, смотри, вот есть, например, батл в Илу. Батлил с Крис Афонсо на Trickster Battle, если ты помнишь такой. Да, я смотрел их батлы. Там с Майком был спорный вариант. В финале, да, был с Майком. Ну вот, начинает Афонсо. Кики-кики. Чисто кикинг. И в конце делает даб-корк раунд. Очень сильная комба. Да, несложная. По меркам атлетов. Вулу тоже отвечает. Заметь, сложные переходы. То есть он делает корк раунд на C9. Не просто корк. Тоже с захода типа Райза. В комбе это достаточно сложно. И пока у них равно. Но смотри, опять же, они батлят на время. А, не на время, здесь пасы. У них 5 выходов, насколько я помню. Сейчас мы с вами разбираем раунды. То есть, когда чуваки батлят именно по раундам. Так, и сейчас глянем уже еще разок. Выход в Эллу. Вот в Эллу. Да. Вообще ни единой заминки, просто слит на вся комба идет. Да, это прикольно. Интересные переходики. Кикинг. Но кикинг у него страдает, то есть он его не бьет, а выводит просто удары. Но это стиль, называется уже. Тут уже кто как отдает предпочтение. Ну вот смотри, он сделал в конце 540 джайра, но при этом сделал его недокрученным. Да, то совсем. По факту можно его не считать, и это будет просто 540. Крис Афонсо... Да. Крис Афонсо, видишь, тактически поступает правильно. Он просто начинает накидывать. Видит, что у Вилу не было твистинга. Чуть-чуть докинул твистинга. Киков почище.
там переходик один, и все, и он забирает у него комбу. Весь пас. И вот он, в чем преимущество второго отвечающего, он смотрит на первого комбу, анализирует какие-то переходы, где что он может добавить, где чего нет, в чем он может выиграть, и просто начинает свою комбу так. Исходя потихонечку из убирает оппонента, оппонента и забирает преимущество себе. Но вот Вулу упал, а когда ты падаешь, то есть у тебя ноль за комбу, человек может сделать хук и выиграть пас. Вот он и делает несложно. Три элемента и все. И он забирает пас вообще налегке. При этом он добавляет кикинг. Твистинга практически. Ну, твистинга не было, и все. И Валу начинает сыпаться из-за этого еще волнение. И все единогласно дают за Афонсо, потому что Афонсо был всегда разнообразный. Хоть и Валу тоже, но Валу упал. И плюс Валу сделал комбинацию, где не докрутил элемент, еле встал вообще. Чуть не упал. Где 540 джайра был. Понял. И получается, там комбинация 3 элемента. Ну да. C9, хук, 540 и все. Что это за комбинация? Ну, для такого уровня. Андрей негодует, Валу, поработаем над ошибкой. Думаю, да, поехали. Поехали. Айден Кеннеди начинает в рапфул на бэксайд 14. Переходики через ударчики. Переход вниз и вверх. То есть это тоже очень важно. И заканчивает комбу трипл фулом. Комба очень разнообразная. Шоссей залетает трипл фул хайпер хук. Такой нечистенький. Переходик и тачдаун квад. Тоже недокрученный. Ну, и бы, он пытается квад, взять или... сложностью. Ну да, но пытается взять сложностью. Но квад недокрученный. Хайпер хук не выбитый. Получается, у него киков нету в комбе, считай. Ну, точнее, ну, есть трипл фул хайпер хук, но он его не выбил. И Эйден Кеннеди делает упор чисто на... Кикинг. Кикинг, да, потому что боевое искусство. А Шоссей чисто выводит твистинг и все. Очень сложный. Спору нет. Но тем самым он может проиграть батл. Ай-яй-яй. Чуть-чуть сыпется Кеннеди. Но заметь, он не останавливается, он продолжает... Комбу вообще, вот, чтобы не было заминки никакой. Я обыграл. Я обыграл, да, просто Шоссея, потому что он делал, считай, очень много кикинга и очень сложного. И выводил красоту, ну, на четкость ударов. И обозначал это Шоссея. А Шоссей такой, ну да, окей, делает квадкорг и все на этом. Короче, Шоссей не особо анализировал, просто наваливал, что умеет и готово. Просто наваливал сложности и все, да. То есть подход не очень грамотный, потому что... Ну, если бы он добавил кикинга, даже своего не очень ровного, просто бы добавил сложного кикинга, прям вот чуть-чуть, и он бы забрал спокойно вообще батл, потому что он бы перебил и сложностью киков, даже если бы они были не такие чистые, как у Эйдена, но и очень большая сложность твистинга. Все. По всем фронтам. Фронтам просто забирает. Хотя, казалось бы, все, наверное, топили за Шоссея. Ну да, все были уверены, что Шоссей заберет. Вот так вот. Ладно, так, вот теперь точно переключай камеру. И давай подведем итог, и ты просто дашь совет, в принципе, людям, как батлить, как готовиться и как готовиться к новым батлам. Кстати, еще 6 декабря будут батлы, ты у нас будешь гостем-то. Да, да, планирую приехать. Прекрасно, замечательно. Ну вот сейчас дай совет типам, вот будут батлы, кто-то будет батлить с тобой вообще, как победить тебя, как круто чувакам выступать и, в принципе, как нужно батлить. Слушай, ну тут все-таки играет опыт, но нужно анализировать. То есть ты смотришь батл, и нужно смотреть не в целом на комбинацию оппонента, а смотреть ключевые моменты. То есть где он... чуть посыпался в кике, или ты знаешь, что ты сделаешь лучше кик? Где какой-то переход он сделал необычный? Или ты знаешь, что ты можешь сделать здесь какой-то переход? И вот так вот ты можешь анализировать его комбинацию и перебивать. Это если ты выступаешь вторым. Если же первым, то тебе нужно сразу задавать какую-то планку. Просто залететь, ну, с простой комбинацией не очень логично, но такое возможно.
Лучше залетать со средней комбинацией, чтобы прочувствовать почву. Но если ты топовый атлет, то можно первую комбинацию супер жесткую делать. Прямо вот самую жесткую, если это по раундам. А дальше уже отталкиваться от ситуации. То есть где-то можешь чуть прибавить, чуть сложнее, чем средняя. Где-то средняя, но, например, подлиннее комбу, но навалить элементов, просто сделать побольше киков, какие-нибудь интересные переходы и закончить просто твистингом. Не супер жестким. Короче, чисто, красиво. Да, но нужно все время анализировать. Просто так залетать с какой-то подготовленной комбинацией, это не работает. Ну, то есть, в каких-то случаях это может сработать, но не всегда. Далеко не всегда. Да, я понял. Короче, нужно думать головой и потом только делать. Не надеяться только на скилл, а еще надеяться на умение анализировать. Да. Да. Да, я думаю, было клево. Спасибо большое. Спасибо. Да, мы с тобой тогда увидим 6 декабря. Все. Да, до 6. Связи. Всем добрый вечер, Андрей Овчинников, Нико. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. Андрей машет ручкой. Машет, да? Отлично. Все, Андрей, спасибо.